Всем привет, с вами Рэф, и мы продолжаем постройку нашей базы в Майнкрафте. Так, мы возродились, снова ночь, и снова надо отыскать место, где я начал строить платформу. И место, где мы умерли, чтобы собрать ресурсы. Но для начала, на всякий случай, наверное, соберем меч, кирку, топорик и лопату. Хотя бы деревянные. Чтобы был хоть маленький шанс у нас добраться туда живыми. Так. Сразу сделаем так, 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 верстак, отлично, сразу, наверное, соберем палочек, угу, все, так, надо быстро поставить верстак, быстро скрафтить себе меч. Так, наверное, даже два меча надо собрать, кирку и топорик. Все, отлично. Забираем верстак с собой и бежим на северо-запад. Попутно можно собирать цыплят. А ну стой. По-моему, у нас кто-то что-то кидает, да. Это злой маг. Так, ну ладно. Он вроде не сильно страшный. А, их тут еще и несколько. Ага. Я почему-то думал, у нас получится их победить. Так, ладно. Тогда рискнем. И заберем свои ресурсы. Цепаться. Куда ты? А ну стой. Не дотягивайся. Так. А где они? Где эти два недопрошивателя? Так, странно. Так, мы тут явно были. Осталось только понять. Цыпа, ты куда? Ладно, оставим тут в покое. Нет, не оставим ее в покое. Ха, это была уловка. Так. Ага, вот он. Надо все сразу переложить. И запустить в одного из них яйцом. Там еще и скелет. Нет, все. И еще. Так. Быстро, быстро. Все, надо быстро бежать отсюда. Так, сразу меч в руке. И убегаем. Пока еще можем. Так, ты явно кто-то недобрый. Ух. Вот это было близко. Там еще один. Я думал, он отстал от нас. Но не тут-то было. Да что такое? Сиди там. Еще и зомби. Еще и скелет. Так, ладно, пытаемся по-быстрому мансить от них. Так.
Да, это будет прям сложно. Так, быстро надо подниматься и бежать. Бежать как можно скорее. Я надеюсь, они за нами не побегут. Фух. Но повезло, что их ресурсы собрали. Не допрыгнул. Так. Где-то мы уже должны быть близко к платформе. Осталось только до нее добраться. Глянулись там. Нет, там ничего нет. Так, первым делом, когда доберусь, надо будет поставить метку, чтобы не искать ее каждый раз. Но еще вспомнить, как ставятся метки, и будет вообще замечательно. Так, по-моему, нам надо туда. Так. Надеюсь, нас хотя бы в воде никто не тронет. Сколько угля здесь? Но уголь нам пригодится. Что понадобится факел и много. Да, вот она, платформа моя. У меня нет лопаты. А мне надо много земли. Поэтому надо быстро скрафтить лопату и быстро накопать земли. Чтобы... Так, у нас остался верстак. Нет. Нам сломали верстак. Мы не забрали верстак. Нехорошо. Ну ладно, сейчас его быстро скрафтим. Благо, я уже запомнил, как крафтится верстак. Так, лопата. Их понадобится даже несколько. Так, все столько хватит пока. Не показалось, там кто-то есть. Ну ладно. Чтобы по-хорошему изолировать всю платформу, чтобы можно было отрубить один вход, и ночью нас никто бы не трогал. Так, а с другой стороны должны быть мои ресурсы у воды. Я на это очень сильно надеюсь. Потому что где-то здесь я умер. Так, ничегошеньки не осталось. Так. Надо, наверное, сразу здесь и вырыть. В случае чего мы падали в воду и не умирали. А, кислород заканчивается. Ух, успели. Так.
Еще и лопата сломалась. Ладно, сейчас возьмем следующую. Так, еще буду работать с каменным инструментом. Сюда надо вывести, а то нас уже смывает. Так, сколько у нас есть земли? Земли у нас пока один полный стак. Я думаю, понадобится где-то стаков много. Даже сложно пока примерно посчитать, сколько надо будет земли. Так, ладно, надо пробовать подняться и уже на месте поставить верстак, чтобы оттуда сверху можно было все необходимое крафтить. Так, ладно, верстак пока поставлю вот здесь. Так, возьмем пока первый слой земли и начнем потихоньку достраивать то, что осталось в прошлый раз. Вот, все, уже под нами должна быть вода. Так что можно безопасно продолжать стройку. А, да тут уже не дотягиваемся. Так, так. Я думаю, еще блоков. Фух. Да, все-таки вода это спасение было. Я боялся, не хватит там глубины или чего-нибудь такого, чтобы выжить. Оказалось, хватило. Вот это я подрасчитал. Вот это я молодец. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Фух. Все, теперь можно не бояться падать и продолжать увеличивать платформу. Так. Отлично, отлично. Так. Чуть не упал в другую сторону. Это было бы сейчас очень неприятно и обидно. Так. Так. Так, ну, наверное, еще один блок. И будем увеличиваться уже в ширину. Так, все, сравняем старшимся, чтобы не было ступеней. А, все, стак земли у нас закончился. Да, быстро же. Так,
Ты не сюда. Угу. Так, так, так. Закрываем дырку. Все, начинаем строить в эту сторону. В эту сторону я, пожалуй, начну строить от воды. Надо вот сюда вот подойти. И чуть-чуть вот так, да, было видно. Так. Буквально шажочек. И еще. Фух, страшно уже. Так, уже темнее, значит, надо... А, нет, 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 нет. У-у-у. Это было близко. Так, надо очень быстро сейчас подниматься, пока там никого нету. И обрубать вход на платформу. Иначе мы опять здесь умрем. А я не хочу умирать. Так. Угу. Так, убираем этот блок. Блок под ним. И вот тот блок. А еще вот этот вот блок. Все. Мы вне досягаемости. Так, что же нам делать? У нас нет ни угля. Ничего. Угу. Прям не вовремя ночь началась. Все, и закончилась земля. Так. Ну, пока можно повтыкать розочки. Просто, чтобы они тут были. Может, когда-нибудь они нам понадобятся. Что мы можем сделать? Не спорится, мы ничего не можем сделать. Так, и на факел не хватает угля. И с деревянным мечом долго мы и без брони долго мы внизу не протянем. Вот там уже кто-то есть. И этот кто-то, это скелет, еще и лучник. Так, значит, нам остается только ждать утра. Наверное, я просто ускорю этот момент и вернусь сюда утром. Так, если попробовать кинуть лучника яичком, там еще двое, они там что-то спавнятся где-то. Ну, пропал один, интересно. И тут никого, и там еще вот так ним. Пропал. А, стоит на месте. Ладно, кинем тогда вот так вот. Посмотрим, куда она долетит. Куда яичко улетело? Так, смотрим, 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 смотрим. И пропало. Странно.
Очень странно. Зато появился паук. Эх. Ну все, ладно. Ждем утра. Итак, ура, у нас настал наконец-то рассвет. Я вспомнил, что я забыл добавить метку на карту. Я не знаю, можно ли это сделать в принципе. Ага. Так. Угу. Нет, походу нельзя добавить метку на карту. Ну ладно. Так, а что ты забыл, зомби? Я надеюсь, он не по нашу душу. Так, ладно, надо посмотреть. Это светильник Джека. Я не помню, как крафтится. Как у нас крафтится этот, помним, сундук, вот, все, вспомнил, потому что нам понадобится сундук, все, у нас уже день, так, мне нужно земля, камень и дерево. Так. Ну, землю мы пока будем добывать здесь, чтобы не спускаться лишний раз. А еще нам нужен уголь. Я совсем забыл про уголь. Сломалась очередная лопата. Угу. Ладно, пока попробуем добыть камень. Это должен быть он. Чтобы сделать каменный инструмент. Она ломается с непростительной скоростью. Так, да его в принципе нам понадобится камень, чтобы сделать пол. Что у нас сначала по задумке, я хочу сначала, чтобы пол был из камня. Там будет у нас основание каменное. А-ля замок. А внутри уже будем делать все по красоте, наверное, из дерева. Так. Так, на инструмент, думаю, пока хватит. А, земли у нас всего 20. И осталась последняя лопата. Так, ну думаю, пока лопаты нам хватит. Вернуть обратно лестницу, и чуть-чуть все осталось. Надо хотя бы
Два стака земли было. Но лопата уже заканчивается. А земли еще даже не один стак. Фу. Да. Ну, удачка из непростых. Все, у нас сломалась лопата. Сейчас. Все. Стак земли есть. Сейчас быстро восстановим нашу лесенку. Так. Так, нам надо палочек. Нам надо палочек. Так, где палочек? А, что у нас сломано? Палочки и перья. Ага. Так. Отлично. Сначала тогда нам нужно делать палочек. Это что? Лодка. И лестница. Угу. И печь. Так, это все мы будем делать чуть позже. Сначала нам надо сделать палок. Где палки? О, а вот сундук. Сначала тогда сделаем по сундук. А где сундук? Вот сундук. А почему не хватает? А нет, вот у нас есть один сундук. Отлично, надо его поставить. Наверное, пока вот сюда. Переложить в него, наверное. Наверное, пока ничего. Потому что саженцы дуба мы сейчас вот к нему здесь. Просто чтобы было. И пшеницу мы тоже вот к нему пока здесь. А ее нельзя. Ну вот пшеницу мы сюда и уберем. Пшеницу и синюю орхидею. И перо. И кнопку. Так, пока, да? А вот палочки. Так, палочка раз. Так, все, теперь нам нужен каменный меч. Это, во-первых. И ножами на деревянными. А каменная кирка. И лопата. Ну, на лопату надо сначала сделать палку. Так. Так. Все, у нас теперь есть раз каменная лопата. Каменного топора нету. И два каменная лопата. Все, отлично. Идем копать дальше. Так, или сначала, наверное, спустимся вниз, добудем немного дерева и отыщем уголь. Так, а топор я убрал, да. А, топор вместо земли. Землю пока уберем сюда. И булыжник уберем сюда. Все. Прям с полным инструментов.
Странно, я почему-то думал, что есть каменный топор. Либо я просто невнимательно посмотрел. Ладно. Так. Дождь. Дождь не совсем хорошо. Фух. Надо еще успеть до наступления ночи. Все собрать. Отлично. Все, теперь нам нужен уголь. Уголь есть там. Значит, сейчас можно... Так, побыть чуть-чуть шахтером. Заодно добьем кирку деревянную. И пофармим булыжника, пока добираемся до угля. Так, отлично. Ну вот кирки хватает надолго, в отличие от деревянной лопаты. А вот и наш уголь. Они вот... Ух. Так, это что такое? Не понял. Ну ладно. Так. Угля у нас всего два. Где-то же должно быть еще уголь. Я же видел. Или это он и был? Ах, черт. Нет, 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 нет. Так. О, что-то еще тут лежит. Ага. Так. Уже закат, значит, надо быстро бежать наверх. Так, бежим наверх. Заодно разобрать лесенку. Отлично. Так, нам нужен срочно факел. Так, все. Отлично, факел у нас есть. Ставим вот сюда. Вот сюда. Пока что вот сюда. И вот сюда. Ух ты, красивый снег идет. Так. Что у нас есть? Вот у нас есть огниво. Так, огниво из кремня и железного слитка делается. Ладно. У нас есть один кремень. Так, что мы можем пока сделать? Пока. Можем сделать печь.
Я думаю, она нам пригодится. Тоже пока поставим ее вот здесь. Угу. Что будет прикрепить булыжник? Мы получили просто камень. Так, это неинтересно. Так. Что у нас появилось нового? Рамка, лестница, там все было. Божья рада. Так. По инструментам нового нету ничего. Так, у нас есть доски. Отлично, отлично, отлично. Ладно, пока продолжим, наверное, засеивать все землей. Угу. Хорошо, земля. Ладно, смотреть надо, чтобы не упасть. Это будет очень нехорошо. Сейчас любое падение для нас равно смерти. Так, как? Мне вот один хп. Один хп — это вообще не круто. Фух. Так. Угу. Так, лично мы возьмем курицу. И, наверное, пожарим курицу. Смотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что-то съедобное, а не уголек. Отлично. Сейчас, может, отъедимся и восстановим ХП. Я на это очень сильно надеюсь. Надо забрать отсюда. Доски прям больше, что они все сгорят. Так, землю меняем на курицу. Так, вот, все, ура, ХП восстанавливается. Так, 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 так. Пока, наверное, на всякий случай здесь поставим стенку из земли. Чтобы лишний раз не падать. И с этой стороны тоже. Угу. И еще один остаток земли надо потратить на эту стенку. Так. И вот здесь. Так, отлично. Осталось только забрать факел.
Он упал. Или не упал? Нет, он упал. Так. Ладно. Заберем в другой раз. Если нам получится сделать на весь такой. Нет, надо еще один кусочек земли. Заберем его вот отсюда. Все, ура, у нас есть навес. Фух. Так, идет ночь. Ночь снежная. А, я же могу скрафтить еще факел. Сначала надо скрафтить палочек. Так. Все, отлично. Теперь у нас есть еще факелы. Повесим сюда. Поставим вот сюда. Так, у нас получится вообще все освещено, кроме тут. Вот так хочу поставить. И сюда хочу поставить. Все, отлично, теперь все освещено. Так, по инструментам. Запасная кирка. Запасной кирки нет, значит надо сделать запасную кирку. Вот железная кирка. Отлично. А нет, есть каменный топор. Почему я думал, что его нету? Странно. Так, значит мне нужен каменный топор. И еще один про запас нужен. Все. Уже день. Рассвет. Значит, можно... Ух. Да, перестарался. Значит, можно спускаться. И кто-нибудь пока раздобыть. Так, что мне надо? Мне 100% надо еще дерево. И много-много камней. Ух ты. Вот это было неприятно. И неожиданно. А, я застрял. У. Я ж мурашки побежали. Интересно, хватит ли? Нет, не хватит. Ну не подходи. А ну, сказал, не подходи. Не подходи ко мне. А ну, пошел вон. Уйди противник. Иди, ты мне не нравишься. Так. Так. Отлично, от земли мы отбились. Я даже не услышал, как... Как? Так, ладно. Надо успеть нам сменить вот и теперь вернуться туда. Так, а еще надо собрать. Брать провизию. Отлично. Так, парашка. Давай ты по-быстрому сдашься. Отлично. Так, главное, блин, собрать провизию и самому остаться живым. Так. Все, у нас еще две курочки. Так, все, бежим. Стой. Мне ж тебя просто поглажу. Ай, стой. Зачем ты так быстро бегаешь? Тебе это не поможет. Так, ладно, все, последняя курица и бежим.
Бежим на нашу родинку базу за нашими ресурсами, которые пока еще никуда не пропали. Да, все. Все собрали. Теперь можно смело бежать туда. А я же даже не услышал, как этот зомби подошел. Может, потому что у меня так надеты, и не надеты наушники. Но я не ожидал появления зомби. Какие-то горные коровы. Так. Отлично. Угу. Так, нам надо туда. Так, и кто? А, он у нас дотягивается. Я думал, он не дотянется. Стой там. Стой там и не подходи ко мне. Он сказал, не подходи. Сам виноват. Я тебе говорил, не подходи ко мне. Так. Нам надо бежать, спешить. Скоро начнет темнеть. Они пока еще далеко. Так, мы еще и бежим не в ту сторону. Нам надо туда. Фу, какая неудобная карта. Так, ладно, коровки, я к вам потом приду поиграть. Так, надо спешить. Так, а, он еще с другой стороны же холма того. Ну, черт. Листочки мешаются. Потому что, да, по ту сторону горы, даже не горы, а вот этого целого хребта. Надо успеть пока день, иначе мы точно туда не доберемся живыми. Глина. Так, прыгнуть получилось. Так. Просто прокапываемся путь наверх. Наверху. Да, вон он, наша платформа. А, как отсюда спуститься? Вон аккуратненько. Вот еще залежа угля. И они даже относительно недалеко. Фух. Надо быстро пытаться добежать.
Мои весы должны быть где-то... Где-то здесь. Так, один камень. Да, вот все мои ресурсы. Я быстро в себя всосать. И бежать отсюда. Сюда упала. Вот еще что-то. Я тут просто так просто лужится. Так, вроде бы все собрал. Надо проверить. Да, все собрал. Так. Бежим наверх. Надо, наверное, выложить все ресурсы, которые важны. И с собой носить только самое необходимое. Фу. Так. Не то. У нас есть еще перья. Белая шерсть, камень, земля, мак, саженец, дуба и лову саженец. Ну, сейчас, наверное, прямо здесь посадим. Такое дерево нам понадобится. Нет, с одного дерева что ли только один саженец выпадает. Нет, вообще. Неплохо. Очень неплохо. Будем делать стену земли. Как раз уже закат. Чуть не упал. Выбираем нашу лесенку. И мы в полной безопасности. Надо убрать отсюда факел. Вот так вот оседовать. Вот наш факел, крепим его сюда. И отлично. Так, 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 так. Ага, все, все у нас. Значит, так, нам надо сделать курицу. Из елки. А, наверное, не хватит елки. Нет, наверное, было невыгодно, надо было делать из досок. Проверим.
пригодится. Да, точно, надо было делать из досок. Так, ну сразу сейчас мясо надо пожарить. Так, там что-то пролетело или мне показалось? А, это огонь. Ладно. Ладно, ладно. Снова. Так, нет, ладно, не срубить этот дуб. А, это еще один вырос. О. Что-то выпало. Яблоко. Неплохо. Вот этот, вот это мы удачно посадили, что выросло яблоко. Еще неплохо так восстанавливает. Замечательно. Так, что у нас есть по ресурсам? Доски, булыжники, гравий. Так, надо подумать, что мы можем на данный момент сделать. Каменные плиты. Нет. Только каменные плиты не можем. Гравий ни на что годится, ни на что гравий не годится. А булыжник? И булыжник ни на что не годится. Так. О, можно пока сделать плиты из булыжника. И начать делать пол. Так. Все, почти два стака у нас. Плит из булыжника. Отсюда факел пока заберем. Так. Возвращаем факел на его место. И вот сюда вот сюда же поставить. Так. Это будет, наверное, нашим первоначальным полом, и потом уже фундаментом. Нет. Так долго ломается. А так быстро. Замечательно. Отлично, первый круг есть. Идем на второй. Так. Все, стак один закончился. Да, камня уйдет очень много. Еще неизвестно, сколько уйдет на стены из камня. А дерево мы пока оставим. Угу.
Так, прям очень много камня уходит. Да, значит, надо будет пойти добывать камень. Надо вернуть факел. Где мы его взяли? Нет, сюда. Где у нас поблизости много камня? Вот, странно, чудовище. Ты меня не видел. Здесь. Он не бежал же сюда. Это выглядело, как будто он нас увидел. Побежал сюда. Казалось. Так, ладно. Ладно. Так, эти розовые кусты, наверное, берем тоже вот сюда. Так, рассвет. Рассвет. А, да, он бежал сюда. Исчез. Это было очень близко. У меня аж мурашки пошли по телу. Нет. Нет. А! Он же исчез. Как так? Называется Эндермен. Так, ладно, сейчас пока день, надо очень быстро туда вернуться. Наверное, сразу побежим вот так. Вот, надо не умереть по дороге. Так. Ух, так. Как-то я вернул мышку неудачно. Так. Корова в водичке играет. Угу. Вот опять эта деревня. Надо придумать, что сделать с этой деревней. И жители очень нехорошо с нами поступили. Надо им как-то отомстить за то, что они пускали нас на корм разным чудикам. Я даже не знаю, как им отомстить. Просто убить всю деревню насильно просто. Так, сразу побежим, наверное, вокруг. Это не наша платформа. Просто убить всю деревню, это будет слишком просто. Надо отомстить как-то изощреннее, что ли. А тут нет прохода. Ну, ладно. Пойдем на правом. Я вот с этим Эндерменом я даже подумать не мог, что он пропадет и появится. Чего он так много хп за раз сносит?
Я вообще не ожидал такого. Ну, так много угля. Сейчас еще там повсюду собирать много ресурсов. Еще надо как-то скрафтить лук и стрелы. Чтобы с такими разбираться издалека. Уже здесь валяются наши ресурсы. Основная часть здесь. Так, все, надо идти на добычу камня. Пока еще день. Сейчас неизвестно, сколько камня понадобится. Но его надо очень много. А у меня, по-моему, одна кирка. Нет, две. Все, слава богу. Я думал, всего одна кирка. И ее нам точно будет мало. Наверное, пойдем вглубь. В случае чего замуроваться там. И нас точно никто там не достанет. Может, что-то еще интересное здесь получится отыскать. Пока только земля и камень. Это, наверное, будет моя шахта. Да, точно. Надо сюда будет сделать факелы и отдельный вход. Чтобы тут добывать ресурсы. Так, да, сейчас, наверное, кирка закончится. Пойду за факелом. И здесь будем добывать камень и землю. Пока, наверное, только камень. Камень это пока будет основной ресурс, который понадобится при строительстве. И после камня уже все. Сломался, после камня уже понадобится дерево. Так. Так, мне нужен факел. Я возьму этот. И вот этот. Все, главное не уронить вниз. Все, ура. Камень есть.
Замечательно иметь свою шахту. Так. На всякий случай сразу закроем. Все. У нас есть свет. Ну а когда будем уходить дальше, будем просто забирать один факел. Еще у нас есть с собой дерево. Можно поставить тут какой-нибудь верстак и сделать еще новых факелов. И все будет замечательно. Нам, наверное, не надо наверх еще взяться. Это как-то мы сильно много камня просто упускаем. Так. Сколько у нас еще его? У нас уже почти 3 полных стака. Значит, не могу пока посчитать, сколько надо. Наверное, в высоту надо будет нам делать блоков 5-6. Остальными габаритами я-то не знаю, забыл посчитать, чтобы примерно сориентироваться, сколько понадобится камня. Так, все, заканчивается кирка. Все. Так, у нас еще пока день. Значит, мы успеваем вернуться. Значит, мы успеваем вернуться на нашу платформу. Так, эти блоки уже можно убрать. Здесь сейчас появятся блоки из камня, из булыжника. Точнее. Так, все, можно начинать. Ух, сейчас не упал. Или, наверное, вот, да, вот такой вот цепи, наверное, пока хватит. Сам себе закрыл путь. Нет, зря. Ну ладно, будет вот столько блоков. Ну, в высоту. Так, и снова я себе закрыл путь. Ну, птичка говорун. Не отличается умом. Но отличается сообразительность. Так. Берем следующий. Так. И продолжаем. Угу.
Отсюда убираем землю. Здесь, наверное, что-то для входа. Просто, чтобы оно было. Пойдем проверим землю. Надо тоже брать факел. Так, надо. Я забыл брать лесенку. Вот никто не поднялся. Кому-то занят стройкой. До меня только сейчас дошло, что я же еще даже не закончил с полом, а уже делаю стены. Ну ладно. А я не профессиональный строитель, так что думаю, такие огрехи простительные. Итак, это уже ушло полтора стак. Просто на стены. Что же за получится дальше, непонятно. Так, отлично. Отлично, отлично. Что, сюда кто-то залез? Я кого-то слышу. Так, никого нету. Испугался, что кто-то все-таки залез. Так, соединить с той стеной. И можно начинать закрывать. Уже нам мешал не душный снег. Все, идеально совпало. Прям. Так. Что-то зря я мог поставил. У меня еще и нет кирки сейчас, чтобы по-быстрому убрать. Так, ладно. Начинаем потихоньку делать наше основание крыши. Еще один блок почему-то поставил случайно. Так, все. Остался последний стак булыжника.
Это неприятно для вести. Я думал, хватит на дольше. Оказалось, что нет. Все, первый контакт есть. Отправляемся в следующую точку. А теперь надо наверх подняться. Ну ладно, разберемся позже. Наверное, на финальной стадии строительства. Так. Отлично. Есть еще контакт. Начнем с этого угла. Все. Все четыре угла соединены. Осталось все срастить вместе. Вот, отлично, уже как раз этот свет. У меня как раз заканчиваются блоки. Все, у меня закончились блоки, мне нужна кирка. Так. Ага, мне нужна кирка, у меня нет камня на кирку, он замечательный. Ладно. Так. Берем с собой факел. Так, делаем парочку деревянных кирок. А, таки хватит пока. Все, отправляемся в нашу каменоломню. Это эти взрывающиеся, как они, не помню, я буду скример или крипера. Так, сейчас надо добыть камни, поставить здесь верстак и сделать несколько каменных кирок. Деревянные очень быстро заканчиваются и очень долго ломают камень. Так, благо дерева у нас есть. Так, думаю, пока столько хватит. Вот так. Вот, верстак. Так, верстак, отлично. Поставим его, наверное, пока вот сюда. Да.
Так, надо необходимо палки. Палок у меня мало. Сделаем вот так. Все. Три штуки. Раз. Два. Три. Отлично. Все, значит, доламываем деревянную. И у нас снова будет нормальный инструмент. Еще бы хотелось, конечно, не прокопать дыру насквозь. Хотя можно ее и прокопать насквозь. Но в идеале оставить видимость горы. А здесь устроить тайную лабораторию. Сейчас сюда прокопать ход прямо из дома. Хотя, наверное, это можно будет сделать. Причем красивенько как-нибудь. Все сломалась деревянная кирка. Приступаем к работе нормальным инструментом. Тут уже такая прям площадь большая освободилась. Наверное, несколько раз больше моей платформы. Наверное, не в несколько раз, а всего лишь полтора или два. Так, да, я тут подумал, точно здесь я, наверное, устрою лабораторию свою какую-нибудь. Может быть, какие-нибудь эксперименты буду ставить. Но это пока не точно. Еще я заметил, там был уголь. Ух ты. Так, мы пробили насквозь. Этого нам не надо. Все, мы все починили. А, я молодец. А здесь что? Здесь, походу, нормально, да. Нет, это. Да, тут вот она золотая жила. Или нет? Так, тут еще новое появилось. Надо будет исследовать. Так. А сколько его? Все, это весь уголь. Я думал, будет больше. Так, скоро надо будет ставить факел уже. Но пока он не нужен. Так. Я боюсь, что если брать там еще выше, то там уже будет поверхность и улица. А сейчас ночь. И вдруг там кто-то спаунится так резко, что упадет на меня сверху. Это будет весьма неприятно. Так, факел. Факел, наверное, надо... Нет, я не хочу его сюда.
Вот сюда. Вот так. Ну, замечательно. Светло, свежо. И у нас уже, значит, первая кирка. Так, да, камень кирок хватает гораздо на дольше. Интересно, что будет с железными. Но где добыть железо, я пока не знаю. Что вы делали? Железо прям вот вообще не помешало бы. Так, у нас два полных стака камня. У нас почти три стака камня. Фух. А у меня еще не доделан потолок и пол. И, наверное, будет наверху еще что-нибудь типа башенок. Поэтому надо много-много камня. 300 нам точно не хватит. Так. А тем не менее шахта разрастается. Я боюсь, всей этой горы даже не хватит на мою задумку. Но гора еще не закончилась, так что шансы есть. Так, если... Да, там земля уже. Да, я думаю, под этой землей, над этой землей, будет уже улица. Но это не точно. Проверять я не хочу. А, мы туда и не дотягиваемся. Замечательно. Как хорошо, что эта гора богата на камень. Может, тут еще какие-нибудь есть другие ресурсы. Это надо, наверное, уже копать будет вниз. А вниз пока... Ой, я упал. Да, вот и улица. Так, на улицу мне не надо. Да, улица. Там сейчас ночь. Так, все, закрылись. И заканчивается уже вторая игрока. Так, быстро. Так, все, может, тебя не видно? Мы тоже никого не видим. Так, все, закончилась вторая кирка. Осталась последняя. И еще парочка деревянных. Так, ну на какое-то время должно хватить. Наверное, где был уголь, это будет вниз. У меня есть еще один факел. Так что, наверное, да, можно попробовать покопать его вниз и посмотреть, что там у нас будет. Должны быть какие-то еще ресурсы в этой игре, я более чем уверен.
Главное, чтобы их можно было добыть каменной киркой. В чем я сомневаюсь. Что вроде бы не все ресурсы можно добыть одной каменной киркой. Сюда. Опа. Ага, это мы пробили сюда. Ну, ладно. Тут это не так страшно. Главное не бить. Не бить над собой. Это будет риск потом сюда провалиться. А пока свет из той шахты поможет сэкономить факелы, которых у меня мало. Правда, их можно сделать еще, но лучше пока, наверное, поэкономить чуть-чуть ресурсы. Маляр, есть такая возможность. Все, у меня закончилась последняя каменная кирка. Время день. На время день. Можно отправиться на платформу. Пока никого нету. Так. Это мы забираем. Да, все, ура. Так, тем более тут пока никого нету. Значит, можно спокойненько доделывать крышу. Точнее, самое начало крыши. И не надеяться, что пока хватит на стены. Так. Пока закрываем это все полностью. А дальше будем, наверное, ступеньки какие-нибудь. Да, по-моему, там были. В рецептах каменные ступеньки. Сделаем подъем. Да, наверное, прямо вот тут. Туда наверх. Так. Снова. Ну, он для этого у нас деревянные кирки, которые сейчас можно будет использовать для того, чтобы убирать вот эти вот сопли, которые случайно поставились. Не там, где надо. Так. Один шаг готов. Все. Так, надо проделать крышу. Так. Так, так. И вот так. Отлично. Так. Достаем каменные кирки.
Ой, деревянные кирки. И убираем вот эти сопли. Они мне тут не нужны. Так, еще вот здесь. Нам еще надо вытащить каменный топор. И убрать вот эти вот деревья. Они уже начинают мешаться. Блин, сейчас будем делать пол. Да, и вот из-за них мы не закрыли до конца потолок. Все. Замечательно. Забираем факел. Делаем стенку. Еще один блок. Нет, два блока вот так. И через блок. Чтоб у нас тут был свет. Вот так вот. Не знаю, по-моему, выглядит интересненько. Так, теперь с этой стороны, нет, снова, никуда, ух, что-то мои голосовые связки не могут столько говорить, ну, подряд. По крайней мере, для меня это крайне непривычно. Но надеюсь, я к этому привыкну. Ну вот, и здесь ставим вот так. Даже, наверное, пару блоков уберу. Что я хочу здесь сделать? Выход. Все, чтобы поймать камешек. Выход, чтобы можно было в случае чего выпрыгнуть в воду. Здесь два блока. И сюда вот так вот. Мы продолжаем верхний ряд. Вот так вот поставим. Так, ты зачем мне верстак стал? Так. Что у нас тут есть? Красный цемент, желтый краситель, бла-бла-бла, это неинтересно. Так, спинки из булыжника. Так, 12 штучек. Сейчас посмотрим, хватит ли нам их, чтобы подняться наверх. Ой, я зачем подкинул кирку? Не понял, как я это сделал. И стоп. Почему они ставятся в воздухе? Блин, почему они ставятся в воздухе? Не понял. А, это, наверное, из-за
Наверное, все из-за плиток. Тогда надо убрать на всякий случай две. Так. Раз. Сюда блок. Два. Их надо, видать, на блоке ставить. Так, ладно. Так, не помню, если я получу. Так. Вот сюда. Блок сюда. Да, все правильно. Это гений. И я гений. Вот так. Вот так. Нет, не хватает. Значит, берем вот это сюда. Поставим блок вот сюда. Потом ступеньку вот сюда. И вот сюда. Все замечательно. Все замечательно, все получилось. Ой. Так. Все это можно закрывать. Так, что у меня осталось по камню? А по камню у меня еще есть несколько стаков. Отлично. Значит, так. Мне там все-таки не мешает пройти. Надо сделать здесь такую прям оградку, чтобы не упасть случайно туда. Так. И выставить оградку здесь. Так. Ух, осталось всего лишь 300 камня. Ну, по крайней мере, на ограду точно хватит. В два уровня. Или нет, пока не будем в два делать. Пока надо, наверное, спуститься, сделать еще факелы и поставить их на вот эти столбы. Нет, тут как-то мало света. И заодно, чтобы был вид
знаю, зачем я это начал делать, но сейчас мне это кажется интересным. И это либо потому, что время уже 2 часа ночи, либо потому, что это действительно интересно. Так. Предпоследний стак. Ну ладно, его должно хватить. Это будет плацдарм для факелов. Пока один надо поставить. Вот сюда. И один вот сюда. Все, как теперь светло. Так, факелы. А, у меня еще были факелы. Ну ладно. Крепим сюда. Крепим сюда. Вот сюда. Ладно, потолок нельзя подкрепить. Ну ладно. Вот у меня получается он здесь у меня освещенный. Поставлю его вот сюда. И вот сюда. Так. Вот, теперь надо наверху поставить еще пару факелов. Ну, не пару, я как хотел. Вот так, с каждой стороны по факелу. Да. Ну, теперь красиво. Так, что я хотел еще сделать? Так, кремень пока сюда, ложница тоже. Так, 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 да, я хотел это все переставить. Потом как могу закончить пол. Почему? Видать, из-за плитки нельзя. Ладно. Так. Верстак. Верстак не надо сюда. Просто потому что. Угу. А печь. Печь поставить вот сюда. Тоже просто потому что. Так, верстак, каменная плита. Нет, это не то. Плита из булыжника. Все, должно хватить я. На все задумки. Ну, если не хватит, в принципе, камни еще должно хватить сделать новые. В любом случае, здесь что-то будет увеличиваться.
что-то добавляться и с тем, как ставится все поверх этой плитки, и придется убирать местами. Так что на меня все равно не хватило. Или есть еще 7 штук. Так, ну да, еще 3. Я почему-то думал, хватит. Почему-то забываю, что надо нажимать на мышку, а не на верху. Так. Все замечательно. Остатки, наверное, уберем в сундук. Вместе с перьями, саженцами, ремнем и всякой ненужной всячиной. Так. Отлично. И все. Сейчас нет, тоже берем сюда. Хм. И что у нас появилось, кстати, нового? По оружию. Стрела. У нас есть перо. Надо палки. Есть перо и клин. Так. Клин. Отлично. Где стрела? А, я не нашел перья из сундука. Ладно. Да, все, у нас перья из стрелы. Угу. Есть стрела, но нет лука. Замечательно. А как сделать лук? Мне нужен лук. Фух. Ладно. Так. А, стоп. Люк. Смотрим, как это работает. Получится ли закрыть это люком. Угу. Ну, почти. Ладно, потом что-нибудь другое придумаем, пока так. Угу. О, отлично, дверь. О, дверь должна точно пригодиться. Ее надо поставить. Так, ну как-то стоит. Ага, все, мы не видим. Если присесть. Так. Вот. Я все равно не видим, надо убрать этот блок. Ставить его выше. Все замечательно. Ну, на
этом пока все. До встречи в следующем видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Люблю вас и до встречи.